Что? Да зачем вы мне спойлерите? Я же специально не смотрела. А люди ведь, когда вот я иду, и люди ведь, наверное, боятся меня. Там просто коробка с пиццей, и оттуда вываливается кот. Ну, привет. И сегодня вы даже не представляете, что мы будем делать. Это, представляют. А, блин, да что, я забываю, обложка. И название видео, понимаете? Меня это раздражает. Я не могу сохранять интригу. Какая водичка красивая, ой, да. Красивая. Мне нравится, я бы себе такую ванну хотел в жизни. Красивая. Ну посмотрите, она реально большая, водичка розовенькая. О, хочу соль для ванн вот эту вот красивую купить, я забыл, я же уже дома. Ой, у меня есть крутая бомбочка для ванны. Короче, еще с Хэллоуина я ее храню, там зеленый инопланетянин. Прикольно. О, блин. Блин, да. А мы проходили с Ланой, когда в Белграде мимо магазина, который просто только для, ну, типа, ванн штучки продает. А, то есть там бомбочки, всякая соль и все такое. Лена, а что стоишь? Ты покупаешь там что-то или мне? А я уже взяла кошечку. Нам же не видно, Я уже взяла кошечку и не хотела сказать, что у меня там кошечка есть. Она синенькая. Как круто. Олега там называется. Почему Олега, я не знаю. Выбрасывают. И они чистенькие сразу становятся, хорошенькие. Видно, да? Они сначала грязненькие, у них там пятнышки, а вот здесь вот они уже будут чистенькими. А нам здорово. Не видно, в смысле? А все а уже, все. Закончились, все помыли. Людей новых тащи, новых. Я же не собрала, я забыла. Так, вот, еще черненькие, да, у нас такие вот. Какие красивые папочки. Чудесные. Так, я извиняюсь, я не закончил историю, и мы, короче, случайно зашли в этот магазин, и там так круто, блин, я так хотел купить, притащить себе домой, но мне кажется, я бы не увез. Нет, это тоже хотелось, потому что они такие красивые, такие цвета классные, мне так понравилось, но, к сожалению, да. Да. Слушайте, а тут есть кот на 2500, вот, Ульян, вот, с моей головой. Вводи скорее, я написала. Получишь денежки. Так, сюда. Ребят, а вот по центру, как сейчас бы сказала Лана, как теточка, но вообще как теточка, это обе, правильно? Это же обе. Да. Надо проходить, видимо, я так считаю. Погоди, а где взять... А, 2500. Я думала, что можно купить кота за 2500. Нет, тебе дадут деньги, а ты можешь купить сразу кота за 2500. Погодите, мне пришел заказ. В общем, так как я богач, я могу тут столько покупать. Котов. Котов. Это, знаешь, это те самые бабушки с 50 котами. О, это я. Мне кажется. Хотя, ну, в общем... Обожаю. Я животных просто. Так, ого. Слушайте, а я даже не смотрела, кого я покупала. Вы представляете? Ого. Я в шоке. Вот кого я сейчас понакупила? Я могу посмотреть. Инвентарь кошек? Что? Но почему тут никого нет? У меня же есть кошки. А где я могу посмотреть? Блин, ребят, я надеюсь, что на видео вы видели, кого я купила. Которые у тебя, типа, сейчас есть. Которых ты должна отнести и помыться. О, все, я сейчас их соберу и потом посмотрю. А я хочу сказать, что обе проходите, оно только-только заканчивается по времени, и можно сразу опять проходить. О, удобно. Все, да, я иду. Можно, короче, бесконечно проходить. Давай, по-моему. Давай. Блин, а это получается... Блин, это очень удобно. Ну только там же нужно собирать кошек, нет? Да, только кошек еще надо относить самих. К сожалению, не относятся, да. Да, они не доходят. Как? Они настолько не любят мыться, что это, короче, тяжело. Вот могу подтвердить на своей кошке, она не любит мыться, да. Да, есть такая черта у них. Да. Ну, благо она когти не упускает, она только жалобно плачет. Отпусти меня, пожалуйста. Я такая, нет, надо быть чистым котом, кошкой. Так, а где? Ага, все, спасибо. Блин, ребят, надо прям сразу собирать кисиков, потому что они, к сожалению, исчезают очень быстро. Да? А, серьезно? Да, очень. Как это? Они, получается, вот, не хотят мыться и просто сразу убегают. Да, так выходит. Прям, какой ужас. Так выходит. А я смотрю, у меня какая-то там проплешина вместо котов. Думаю, что такое? А слушай, а может быть они просто исчезают из вида, на самом деле они есть? Слушай, не знаю, не знаю. Потому может, что я вот сейчас права. Пришла, собрала, их тут прям такая большая кучка. Ну, ну их не названия. Буду утверждать. Если вы, ребят, знаете, то напишите в комментарии. Ой, мне показалось, что у меня камера
криво стоит, но все нормально. А вы слышите, с каким звуком они моются? Кстати, нет. Чмяк-чмяк-чмяк. Блин, это как антистресс, знаете? Да, да, кошки антистресс. Ну, конечно, у тебя не получится такой эффект, когда ты будешь ее мыть. Наоборот, только стресс. Слушайте, а у меня же шотландская кошка, и причем второй уровень ее. Ого. А у меня, ого, у меня 3 этажа, 4 этажа, а у вас сколько этажей? У меня намного больше, я стал покупать дорогих зачем-то. А это как-то... У меня сейчас 30 тысяч, тебе что-то например. Дают? Ну да, я быстрее зарабатываю. А я обе прохожу. Это хорошее решение, верное. А я забыла, что мне нужно сейчас быстрее собирать, ну вернее, кошек, чтобы они там помылись и все дела. Я быстрее, вернее, больше денег получила, но что-то как-то я опять заговорилась с вами, вот это вот и еще. Ой, извини, пожалуйста, опять мы тебя отвлекаем. Да вообще. Да, знаете, такое ощущение, что кошки убегают. Но мне почему-то кажется, что они просто убегают, чтобы дать посмотреть чтобы потом вернуться. На других кошек. Ну да, но мне такое чувство, когда я собираю их, будто бы там много очень названий, ну... Над ними. Как грибы, да, собираю? Да, блин. Каламбуршная Ева, здравствуйте. Обычно это преимущественно я. Что-то поменялось. Мне еще нравится, что у нас деньги прям до десятых, знаете, вот прям до цента рассчитываются. 4000, там, 500, 85 и 85. Какая-то очень одна дешевенькая кошка. У меня скоро будет манчкин. Он стоит 7000. Серьезно? Так. Вот смотрите, очень много котов. Очень. Ульяна, это все заказ. Это все курьер. Куда? Пока ты там принимала заказ, мы работали. Мыли кошек. Точно. Драили. А если бы кошки не исчезали у меня вон там, то я бы тоже сейчас была богатая. А так у меня вот только вот сиамская кошка. Подождите, какой манчкин у тебя уже? Что? Еще нет. Ой, у меня уже кот Нуб есть. Уже 2 мальчика купила, да. Ну, конечно, да. Ладно. А я опять вот заговорилась, не успела. Ой, все, ну у вас все, я буду молчать. Ничего не буду говорить, я буду собирать кошечек и... Яростно смотреть в камеру. Да. Нет, да блин, куда я в ванну полезла-то? Ну, что ж такое? Это точно так же, как... Это раковина. Автомойка? А, там что? ВИП. Автомойка? А, это все робоксы. Автомойка, ну, это типа вот, чтобы как раз таки ты не ходила это и не заносила кисиков. Это машины привозить. Вот, можно Пошачи. Улучшить раковину. Чего улучшить? Раковину? Да, раковину. А что, ты не улучшила? Я не улучшала, мне без надобности. Я хотела сказать, что я подумала, что это ванна, потому что она большая. Ну, потому что, ну да. Ну, блин, ну это ванна. Все, я улучшил. Тоже. О, так я давным-давно уже улучшила, вы что? У меня уже на полную. Как-то так. Эх, вы. Как так получилось? Да. Ладно, а как вы думаете, мне на полную улучшить ванну? И, да, блин, сначала нужно, наверное, отнести кошек, чтобы они помылись. Кошек хотелось бы, конечно, они должны быть чистые, поэтому давай как-то постарайся, потрудись, пожалуйста, елки-палки. Я, наверное, уже 10 мыслей, которые были у меня в голове, и какие-то ваши вопросы проигнорировала, но я зато кинула в раковину кошек. Кинула в раковину. Звучит Слушайте, жутко, честно. А вообще, кошки-то любят в раковинах сидеть. Вот. Я видела я, всякие такого, видосы. Да, ага. Вот, потешные. Потом на них включают, короче, воду, и это некрасиво получается. Вот как мы как раз-таки, что мы и делаем, собственно говоря, да? Да. Блин. Нехорошо поступаем. Да. У меня уже мейн-куны. Все. О, все, пока. А зачем вы покупаете по порядку? Скажите, пожалуйста. Не Думаете, знаю, не хорошо надо? Идет. Нет, не надо, конечно. У меня уже сейчас будет, сейчас скажу, кто. Почти радужная кошка у меня. Что? Да зачем вы мне спойлерите? Я же специально не смотрела. Там написано. Так я же не смотрела. А, Улен, ты даже не представляешь, насколько она далеко. Все, пока. Поэтому извини, я не буду тебе говорить дальше ничего. Не буду говорить, кто у меня уже есть красивенький, такой хорошенький. Не буду. Ага. Ага, она яростно смотрит в камеру, я понял. Я думаю, что молчит? Я сделала несколько взглядов таких. Ага, несколько взглядов.
Убила глазами. Просто, да, ужас. Пепелила. Так, а меня не зацепило, ты ребят долбанула, Ульян, ну ты извинись. Точно. Ребят долбанула. Да я не виновата, у меня по умолчанию такой взгляд, будто бы есть сейчас кого-то испепелю. Я каждый раз, я смотрю в зеркало, просто спокойно иду. О, я умираю. Убираюсь и... Что коты с вами делают? Не мойте их. Опасно это дело, Боже, однако. Мой. Что? Я не договорила вообще-то. Ой, прости, пожалуйста. Вот, ну что происходит? Что? Ну все, я не буду говорить. Ладно, я скажу. Спасибо. Что-то какой-то быстрый тайкун очень. Ева, ты вообще, блин. Молчу. Допустим. В общем, знаете, ну это уже не актуально. Я просто хотела сказать, что недавно убиралась и проходила мимо зеркала, решила посмотреть, с тряпкой иду, и так испугалась так, что просто я была в шоке, почему я такая серьезная. А люди ведь, когда вот я иду, и люди ведь, наверное, боятся меня. Потому что по улице просто идет такой человечек, играет у него какая-нибудь там... Хотя не буду говорить, что у меня играет в ушах. Ну да. В наушниках. Ну да. Вот. И все. Ну ладно, в общем, все. Давайте покупать каких-нибудь котят. Вот у меня, я хочу как Ёша поступать. Я буду покупать какие-нибудь гигакот. Это гигабайт, но гигакот. Гигабайт. О, прикиньте, информация будет... исчислялась бы, вернее... хранилась бы не в гигабайтах, а в гигакотах. Это интересно. А как он выглядит? Я еще не купила просто. А я не знаю, он стоит очень дорого. Он стоит 500 тысяч. А у меня только 31. Подождите, а я богач. Богач? Ну ладно. Оп. Пончик, сейчас куплю. Кто пончика. Я тогда, интересно? А ты тоже богач, но я богач. Я круче богач. Окей. Так, это ты где увидела? Я намыла больше всех кошек. А я не знаю, я просто... А, у тебя больше... А как ты? А, на этом? На табе? Я, например, сейчас куплю, у меня уже есть 500 тысяч. Прикольно. А, гигакот, сюда. Ой, а что это за такой котик, который... Он такой желтенький, и у него красненькая спинка. Ой, я не знаю. А, либо пицца-кот. А, скорее всего, пицца-кот. Я опять не посмотрела, что я покупаю. Что я делаю? Я не понимаю. Я купила Манчкина. Хорошо, ладно. Пончик, наверное, это пончик. Может быть. Мне кажется, это пончик. Там еще пицца-кот был. Так, кошка Рэгдолл. Нет, я его еще не купила. Мейн-кун. Вот, купила его. Он, по идее, должен быть больших, огромных размеров, да? Да. Но только я не вижу что-то тут его. Я наблюдаю, но пока я его тоже не вижу. Возможно, это обман, и он просто такой, знаете... Рыжий какой-нибудь, обычненький, обычной расцветки, но называется просто так. Не, ну, по идее, он должен быть большим. Слушайте, а я гигакота не вижу. Нас обманули? Видишь, как он выглядит? Ой, а я не знаю, у меня сейчас такая тут куча этих котиков. О, боже, у меня там кто-то супер маленький. Я наблюдаю, да, есть за такие... котами. О, да, такой малютка, такой синенький. Кто это? Синенький и черненький. А кто это такие? Не знаю. Это бонусные коты. Я думал, ты скажешь букашки. Бонусные коты. Ну что, я немножко накопила денег. Намыла котиков. Да, есть такое. И я вот не знаю, мне покупать по порядку или тут... ладно, я уже купила пиццу-кот. Давайте купим радужную кошку и кота-нуба. Нет, я случайно купила что-то не то. Что? Ну, ничего, лишним не будет. Зато я сейчас не могу. Его, по-моему. Ну ладно. А еще можно обе проходить, кстати, уже, если что. Да. Я, кстати, забываю. Просто... Я видела радужного котика. Вон он, опять видела. Крышисик. Вообще, они такие классные все. Так вот, Ёша постоянно напоминает о том, что нужно проходить обе. И большое спасибо, потому что я постоянно об этом забываю. А ты просто смотри, когда у тебя время заканчивается, и все, тогда можешь идти проходить дальше. Да, но я засматриваюсь на кошечек, которых я отношу. Я их собираю, и потом отношу, и мне так, в общем, приятно смотреть на них. А куда мы их отправляем? Хозяевам обратно? Я думаю, в какой-нибудь приют, например, или на кого...
а хозяева нам обратно. Кто привозит кошек, то те мы отправляем. Вот, да, это мне нравится больше. Ну просто столько кошек, это столько хозяев найти, это, конечно, да. Ну, может быть, мы единственная, как это называется, салон для кошек в городе. Да. Сейчас скажу, Это, ну, что-то типа, вообще, грумеры называются, груминг вот для животных. А, ну это, да. Типа, чистка там, как будто это не кошка, это не живое, как будто что-то. Ну, мойка, там, стрижка и прочее. Тем временем я купила гига-кота. Вот я не видела его. И я не могу теперь его найти. А, слушайте, а мы же можем посмотреть. Подняться по лестнице, это гениально. Какие же мы гении. Ой, конечно. Пойду поднимусь, посмотрю хоть что-то. Я тоже иду. Который так дорого стоил. А подождите, а я их не вижу, они просто выпадают и сразу падают вниз. Да? Да. Зато можно посмотреть, из чего они появляются, да? Там мисочки разные должны быть. Ну да. Да, там и спицы, там просто коробка спицы, и оттуда вываливается кот. Это явно не хозяин нам привез. Это что-то странное. Так, ребята, вы знаете, я тут поняла, что я, в принципе, все виды котиков купила. Ну, кроме вот этого последнего, он стоит целый миллион. Называется кошачий котик. Да, конечно, да. Интересно. Кладезь для каламбуров. Да. Мы не будем это обсуждать. Я просто сейчас куплю всех предыдущих. Достаточно, кстати, они дешевенькие, ничего себе. А чего я их раньше не покупала? Вот. Ну, все понятно. Это я хотела купить все дорогие, как Йоши, и в итоге не покупала те, которые не такие уж дорогие. Ну, в общем, ага. Я купила почти всех кошечек, почти всех их помыла. Надеюсь, что большинство остались довольны. Я думаю, на этом мы будем заканчивать. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.